А, 36 ПЗ, ты жизнь. точно? ПЗ, ты точно на нас метку тогда поставил? Да. Смотри, справа от нас дома. Ну а какие-то дома? Это коровники, может быть? Какие-то Подожди, мы еще по дома? левой стороне идем? Мы вот по линии зеленой идем это. А где дома? На 80 где-то, по Да, мы линии. продвигаемся. На 140. Да, вон 140 дома. Но, по-моему, немного дальше получается. Ты думаешь, мы в этом? Где-то вот здесь мы. Павлова уехали, что ли? Ага. Как тебе? Погнали так, Так, думаю, в север. где комп? Пошли Где выйдем к наш домам, комп? посмотрим. Да, таблички надо изучить. На картах не ходите, а то быстро устанете. Да, это Павлова его. Павлова, 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 да. Павлова. Уходим влево. Да. Так, это получается. Ты скажи этому водиле. Ты водили, скажи, что мы немножко не там. Водил рации нет. Водил нет, есть, у него РДВшка есть. А ты не проверял, работает она у него, нет? Повтори. КЗ. Ты проверял, работает ли она у него? А. Протос на связи. Протос. Нету на связи. Подожди, подожди, там слишком много говорит один человек с именем Аздони. Блять, они не могут заткнуться хоть на минуту. Ты им предай, скажи. Тихо! Понимать. Блять, тихо! Блять! Проток, на связь, слышь? Проток, водитель разведки, на связь. Протос. Смотри метку, мы немного не там остановились. Так что можешь до нас немного проехать. Вдоль дороги, получается, будем идти. Будем ждать его? Метку ПЗ удали. А. Я Все, удалил. Удалили. ПЗ должен с нами быть. Я с вами. Метка на меня стоит. У нас... Да. У нас географический кретинизм. Что за метки ПЗ кругом вообще нам? Да, это я ставил. Клик, контр-клик у меня. Я говорю, на карте еще жму, у меня она стоит. Протос, на связь. Протос, едь до метки разведка. Да он вроде едет. Да, едет, слушай. Он не знает, где он, поэтому он не может до них доехать. Он примерно должен знать. Кто-нибудь увидит? Направо. Пусть он направо повернет, скажи ему. Протос, направо поверни. Вот, вот, и пусть так едет. Вот, все, так все, едет. Все, пусть едет. Пошли. На 70 идем, Протос. Понял? 40 лет на
340, и потом берем на 340. Ух, как они бежали. Его знает. Посмотрим. Это какая-то стрельба какая-то у нас. Это вроде самолет пролетел. Стрельбочек. Это же самолет летает. Я же ничего не путаю. Стреляет, да. И он ставит. Двигаемся вперед потихоньку. Нет, нормально. Немного проверивай. Ближе к опушке, там тормозим. Не поднимаясь наверх и не выходя из леса. Тормозим. Я смотрю город, который впереди. Давай. В оптику. Это разведка. Осматриваем подстанцию. Да вроде ничего не видит. У Павлова сесть сможете? У Павлова сесть сможете? У нас там водитель. Прием, Ворон. Ну попробуйте поближе к Павлову сесть, тогда я к вам водителя отправлю. Вам что, морфинчик нужен или что? А, понял.
Пусть они на респе на наши сядут, там ящики же. Какого цвета ставим? Пока стой. Смотрел город? Я под станцию смотрел. А, Виталий, посмотри, там вот дома, эти многоэтаж и дальше лес. Какие? На предмет пушки там еще что-нибудь такое. Или гономак. Ты б не хотел, чтобы сейчас что-нибудь прилетело. Сейчас сюда скаут зачем-то тащит. Да не, не видно ничего. Паша, где? А, угу. Все здесь. Да, здесь. Угу. Так. Снайпер прикрывай. Сейчас наши. А, пулемет что там такой строчит? Беззвучный. Аж у нас что-то долетает. Еще раз. По нам хуйнули, блин. Да. По свои близкие на крайне. Сука, блин. Да вы че? Не-не-не, все нормально. Так, давайте вы нас прикроете, мы до стены пробежимся. Паш, побежали, снайпер прикрывай. Кружишься. А где еще там один? Он пулеметом в машине. Понял. А ты их вместе сделал? Да. Проток, выезжай на окраину, смотри за городом. Пушка справа? Да. Где? Не знаю. Пушка справа. Пушка.
Где пушка? 120, а пушка леса, начало леса 120. Пушка 113, начало леса, её 130, вынесли, уточняю, вынесли, уточняю. Вынесли. Хорошо. Так, ну что, пошли, на зону заходим. Давай. Это разведка, заходим на зону. Что-то, по-моему, она живая еще пушка. У он в красной зоне свои есть. Пушка живая, слышишь? Пушка живая. Я дал метку примерную, хрен знает, сейчас точно. Блин, опять компас пропал. Да, она более-менее точно. Летит бомба. О, хорошо. Очень хорошо. Подожди, мы зону одну только спустили, да? Да, мы одну взяли только. А, для следующего надо пробежаться. Слушай, дальность прорисовки в настройках есть. Измени хотя бы 1900, чтобы FPS поднялся. Нам сейчас большая дальность уже не нужна. Походу тут кто-то есть. Да. Нет, МП-40 долбит, кстати. А где-то рядом, да, ведь? Да. Танк, остановись, где-то рядом с нами МП-40 бил. Где-то в этих хилках уж не знаю.
Ну, одного вроде убил, трехсотку. Да, и возможно высадившегося кого-то убил. Не, не, не метка, не метка, совершенно. Я близко очень был, метрах до 100 метров. Первым я вообще бил какой-то там этой с 5 зарядами, а меня потом уже. 3 часа стрелял в спину, или меня пулеметчик снял? Ни хрена они пушку замаскировали. Оп. Почему вы не поменяли миссию? У вас перевес по пехоте и по технике. У нас ни хрена нету, чтобы вас отбить. Как это у вас нет? Пушка есть, я хорошая сказал, штука. Я сказал, у нас нет зенитки, которая собьется. У вас отступающая армия вермахта, у вас нет техники, вы ее побросали по Сталинграду. Да? Уесть, блядь. Нам дали, блядь, зенитку, которая, блядь, стрелять не может. А что с ней случилось? Что с ней? Ну, не попробуй, а, ну поправим, это глюк стреляет. Так, а где пушка-то? Что-то я не понял. Я хотел разобраться с багом. Мне написано, что я тимкинул кого-то из своих. КНД, ТТ, как-то так. А ты кто? КНД, ТТ, Грифон, наверное. Да, вот Грифон. Это ты? Нет. Вот мне он нужен. Мне нужен Грифон. Зачем он тебе? А танкисту вообще повезло. Рексара никто не видит, что ли? Ё-моё. Чё за хрень? Сам упал. Меня явно слышали. Как он сам упал просто. Как ты это подозрительно звучало, чё Рексара никто не видит, что как будто ты с этим людьми разговариваешь. Да? Как ты это подозрительно. А я пушку не могу найти, она где вообще? Кого? У меня мисклик произошел, я из самолета выпрыгнул. Самолет? Выпрыгнул? Кто, да. Кто выпрыгнул с самолета? Я. Вот, я говорил, не садись за пилота, за стрелка. В смысле, я стрелок? Люди. Значит, это судьба. Кто-то убил. Да, кто-то из красных. Кто-то из красных, то есть непонятно. А вы? Ну, а вы, может быть. Может быть, да, протол. Че за приколы, а? Арма. Пушки бы трассер. Ладно, отойду. А кто там, что за бешеные на пушке сидели? Нас там много было. И у вас все ворон раздавали? Не, на пушке нет. Сидели мы втроем, но Банзай в этот момент отошел, когда Вестер стрелял по самолету. Пушка, ну говоришь, Банзай трассер? Да, трассер. Хотя, хочешь прикол? После того, всем как плохо. В пушку попал снаряд бомбы, и вас косило, она продолжала стрелять. Так я продолжал стрелять с ней. Вообще убил кого-нибудь. Тоже прикол. После того, как стрелял в самолет, он продолжал летать. Ты попал в самолет? С пушки? Чего не да, он попал в самолет с пушки, плюс еще я с пулемета там чуть-чуть попал. Да нет, промазал. Это у нас бомба искоцала. Вы уже до этого начали. Я своим бронебойным стрелял, вас насквозь пролетел даже. А, бронебойным. Так он должен ломать этот бронебойный, все, что попадется на его пути, то есть все лонжероны, все эти самые. На вылет прошло. Все, что в вылете самолете можно. Каркас и так далее. Вот все, что попало, все должно было сломаться. То есть двигатель должен был вместе с этим бронебойным улететь, если он попадет на двигатель. Через крыло прошел все. Фьюман сейчас больно будет. Он и поломал, кого должно было поломать. Там. Не, там, ну на вылет проделывается. Там вдоль всего фюзеляжа. Пушка вообще в голом поле стояла, что ли? Нет, она на дороге.
А можно пушки дать дамаг в виде не только бронированного, бронированного. Не БП, короче, снаряда. Ну так был заряжен БП снаряд. Там фугас есть, там бронебойно подкалиберный есть и просто бронебойно. Там три типа снаряда. Паша, кто вас крысит? Что? Окей. Кто крысит? Аздоник, Аздоник. Слышь, острый на Катюшу сел. Кто? На Катюшу сел. Паша, ты можешь сделать на эти на пулеметы, на патроны нормальное описание, а то вот к этому МГ-34 там. Рожок написано, что это к ДМРу 7.62 на 51 и 20 патронов в магазине, поэтому я так на обум стрелял. А там 240. Слышите? Сколько? 240. Патронов. А еще карта будет у нас или нет? Еще будет. Да. Что-то 240? Быстро кончается тогда, если 240. ПЗ-4, у меня есть вопрос. Ой, ПЗ-6, ПЗ-6. Это Тигр. Да, ладно, не важно. Просто у нас будет реплей этой игры? Чего реплей? Ну, реплей, это только что мы сыграли, у нас будет реплей или нет? Да будет на Пашином канале. Запись будет. Смотрю, как падает ракета. Мне нужна запись, потому что я убил своего, не понимаю как. Нет, да, реплея такого, как Луковского, не будет. Ой, кто это так умер? Блять, короче, у нас немного такая тропинка. Я ёбнул. Ой, не могу понять как. Не пишется, мне не высоки. Я уже может быть, с пулемета накрыл. Нет. Смотри. Короче, мне микрофон пробил, я перезашел и, ну, вернул руку, сделал выстрел в стенку. У меня один выстрел был в стенку. Ой, а я умер. Да. То есть, получается, я убил на голову, этим вернулся, я мертвый. Скучнее миссии, не видел еще на отстреле. Я конкретно заебал сейчас сидеть. Просто так, все, без рации, да. Все. Говнище полное. Угу. И даже заметно нет, не понятно, что делать. Да не, нормально, интересная миссия. Вот сейчас град прилетел, не град, а Катюша. Убил крану. Паша здесь? Да. Паш, блин, что-то какая-то муть с душкой вообще не сесть на стрелка была. Да я знаю, уже надо смотреть там. Я не смог. Вернее, она работала, скажем так. Предыдущий прогон она работала, сейчас сама. Что сейчас будет прайс делать? Поедет на Катюше Зеленогорск. Реплея такого не будет, это жалко. Ну это хорошо. Ну это косяк, Катюша настолько не била. 8 километров максимум, а тут нет 8, тут больше 8 километров. Её не будет. Больше. Давай забьемся, что по карте до Зеленогорска от Красностава больше 8 километров по прямой. Я чуть Фьюмана не запинкилил. Благо он меня простил. Где-то 12 больше километров. Наверное, Фьюмана очень страшно, потому что он едет и слышит. И убежать не может без ног. Да. Моя работа. Прайс, по-моему, там очень хорошо. Прям. Сколько у вас там снарядов-то? Вообще в Катюше должно быть 16. А кто у нас будет? Куда у нас стреляли? С дома, скорее всего. Никто не хочет прийти помочь, захватить цель, сколько славы. Всем срать. А меня пулемет убил, да? Тебя кто-то снайпер, по-моему, свой подстрелил. Хороший снайпер. Да. А потом тебя еще добил под танк. Я говорю, свой под танк, а танк отъедь. А, задавили, да, задавили. Нет, задавили, там тебя дострелили, по-моему. Извини. Он просто кричит по танку. Я говорю, противник подстрелил своего под танка. Ой, Хьюман, пуш танк навелся. Так. А, нет. Увидели, что не меня делают? Блять, какие же уебаны. Просто летали мне туда. Хьюман, беги. Так, ноги прикручивай, беги. Смотри. Горячая кнопка не работает в Windows. ПЗ, можно нам РПГ раздать? Можно, не надо. Нам надо. Вообще нет РПГ против ваших танков. А как это не ПЗ? А почему Прайс с Катюши сразу не стрелял? Может там блок закрытая, да. А чё, там нет? Есть. Просто сдумает. Экономит?
А, просто остальные какая. Просто что-то ищет. Когда Демьян умрет, то все получится. Что там Демьян? Ну, а сколько здесь вместе? Да? Он умрет сейчас. Нет, смотри, он выживает. Но он его убьют сейчас. Умер. Вы что? Опять свои лохи. Ханамаги. Как можно в Ханамаге сдохнуть? Бронирован. Транспортер. С пулеметом. Это трактор обычный. Против вас? Скрипущий. Одного человека. Он умер? Нет. Против Демьяна танк пустили. Лёг? Сейчас, да. И водитель умер. Лёг? Пассажир. Смотри, смотри, танк спешит на помощь. Аздоник. Капитан Аздоник. Это что-то из разряда. Не, а не на спас. Что-то делает? Таранец? Сейчас его убили. Ничего не сделает. Демьян, чё? Надо с гранатки противотанковой. Дилей. Тихо-тихо, Демьян. Убегаю. Ушёл в лес. О, Аздоник палец, Аздоник. А, не нашёл? Аздоник нашёл. Нет, он минус просмотрел. Ему пока никто не позвонил, все нормально. Да, все живы. Видишь, он уже нервничает, здесь паника. Опа. А пушка еще целая или она уже все, уже совсем мертвая? Видел совсем мертвая. Не, вроде целая, да, почему мертвая? А он его видел. Да. Да не видел он его. Он видел его, как он пропался. Че, убил? Я в пушке сижу, смотрю. Серьезно? Да. А мне показалось, что он вообще сквозь елку увидел. Ну, он как-то странно заехал, именно туда посмотрел. Че, красные победили? Подозрительные игры, подозрительные. Паш, давно уже пора сделать, чтобы нельзя было смотреть на противника. Да со стороны ВЕ это часто так бывает. А натушено такого не было. О, прайс, отлично. Сподня то это. Все, круто. У меня прайс в дереве застрял. А как самолетина упала? Или не упала? Не упала. Мы проиграли тогда, но... Ну если была, блядь, хотя бы зенитка живая, то мы могли зенитки разъебать. Ну, в прошлый прогон, я так скажу, выиграла оборону. Там всю атаку слили вообще очень быстро. Чего они территорию-то не захватывали? Просто надо было делать этих байков. Вертолет, ага. Нет, зеркал. Блин, Аздоник догадается все же в это здание выстрелить-то? Я ему вроде... Где? У него пушка, походу, сломана. А, у него пушка сломана? Там. 10 снарядов у него еще, раз. Ну все есть. Ну, ты нет. Просто тогда ПДВ-шек сказал, то, что, по-моему, сюда. У него пушка сломана. Пушки не выстрелили. Ты вроде тут пушка выше, Аздоник. Капитан Аздоник выше. Сейчас его свои же замазали. А, хорошо. Базы. Примите. Один раз играю. А
Чё он ищет? Я не знаю. Труп. Истину. Ну, в смысле, он же в него стрелял. Ну, это же награды какие-то есть. Медаль хочет сорвать. Да. Коллекцию. Он по количеству, по-моему. Один к двум. Минимум двое, значит. Да. Самолет не считается, видимо, только что пролетел. А время-то уже выходит. А сколько? 80 минут? Он, наверное, понял, откуда летел. Да я в него и не говорил уже об этом. А там все равно сейчас прибегут туда. Сколько миссий вообще по времени? Или 80, или 95. Да мы уже поняли, где. О, пришел. Надеюсь, он радирует. Они будут геройствовать. Так, еще кто-то бежит там по нему работает хим. Махнул, по-моему. Ох ты, смотри, к чё. Что такое? Что там раненый махнул? Подскользнулся. Уже был, да? Не, я имею в виду, его только ранил, этот хуман с пулемет. Ну, хороший пулемет. Там-то куда поедешь? А в доне качнулся. А танкисты куда-то уезжают. И мы с доне кружимся. А у него рации, наверное, нету. Танкисты вроде есть. Не, у него есть рация. Танкисты вроде тоже есть встроенные. Вот танк летит. Сравняйте этот дом с землей чуть-чуть. Да, наверное, снарядов нет. Иди по. Нет, не помогло. Нет, я делал. Надымил знатно, но. Это бомба. Хьюман что-то там прикалывается. Бабки, контузия. Да. Кто хрен вы дается на каком? Сколько он умеет подойти? Ну вот угадаю, он 80 или 90. Пусть они сравняют этот дом с землей, а. Да. Едут за Аздоником. Ладно, чтоб танк сейчас своих не пришибил. О, заходите, смотри, красиво. Таран? Они, да. я. Он уже дымит. Типа ресурсы расходовал. Мы уже давно в него попали. В него вестерн из пушки. Он же уже садился, перегаз у нас. Не, ну нормально. Да? Он садил морфин с теколом. Гейминг у Хьюмана. Ранил.
по-моему. Блять, а Зоник не может выстрелить, что ли, с пушки? Пиздец. Ух, это весьма странная, искаженная версия Бреста. В обратную сторону. Сейчас время выйдет, и мы Вальбарона победим, да и все. Угу. А все благодаря хуму вымылан рука. Если он прилетит. А что там есть еще прилетит? По-моему, тем более, что 80 минут было. Все, 6 минут осталось, да. Наконец-то. Еще дольше шоку нельзя было часа. Там эти стояли в лесу. Что вы там делали? Просто игра про людей с топорами. Один человек, у них один человек остался. Военный, ты как?